Большие разборки начались в Кремле. Часть архитектурного ансамбля. Здание 14-го корпуса сносят. Первым делом рабочие разбирают крышу. Решение о сносе согласовано с ЮНЕСКО. Его принимали после консультации с представителями Минкультуры и Института археологии РАН. Этот корпус был построен в 30-х годах прошлого века. Там раньше размещалась большая часть администрации президента. А в советские времена школа Красной Армии, управление комендант Кремля, Кремлевский театр. На месте здания проведут археологические работы, а потом планируют воссоздать Чудов и Вознесенский монастыри. Их разрушили как раз перед постройкой корпуса.